сэр. Анализ теплового следа показал наличие двух вероятных источников, инициирующих ядер. Почему вероятных? К сожалению, система безопасности АИМ препятствует определению фактических источников данного теплового следа на таком расстоянии. Это невозможно. Не люблю я это слово. Ладно, тогда удвоим наши шансы. Брюс, Камала, встретимся у штабного стола. Уже идем. Готовы начать, сэр. И я не нарисовал роботам свое лицо, как вы предлагали. Мстителя. Тренировка начинается. Вы почти справились. Тренировка начинается. Вы почти справились. Ты
Тренировка начинается. Вы почти справились. Тренировка начинается. Вы почти справились. Тренировка начинается. Я установил низкий уровень сложности. Ну-ка, попробуйте теперь. Приступим. Thank you.
почти справились. Тренировка начинается. Вы почти справились. Тренировка начинается.
почти справились. Тренировка начинается. Thank you.
На следующей неделе в то же время, сэр? Ладно, народ, у нас полно работы. Отличная броня! Именно. Чем мы можем помочь? Джарвис нашел пару тепловых следов, которые могли остаться от инициирующих ядер. Но они находятся на приличном расстоянии друг от друга. А поскольку времени у нас мало, придется проверить оба места одновременно. Брюс, вы с Камалой отправляетесь на окраину пустыни, а я проверю город на восточном побережье. Надеюсь, где-то эти ядра все же найдутся. Понял. Джарвис, долго еще? Мы уже почти на месте, сэр. Супер. Нам надо найти инициирующие ядра и починить Химеру. Эйм скоро ее найдет, а нам нужен штаб для планирования операций. О, боже. Я потрясно выгляжу в этой броне. Блестяще, сэр. Как же ты прав. Куда все делись? Похоже, АИМ провело эвакуацию города из-за высокой активности нелюдей. Звучит как отмазка. Небось, какие-нибудь опасные эксперименты опять проводят. Может, тепловой след оказался верной зацепкой. Куча инициирующих ядер могла бы запитать лабораторию. Здание тщательно охраняется. Будьте готовы к сопротивлению. Ты что, думаешь, они будут не рады меня видеть? Ну ничего себе. Настоящий город-призрак. Джарвис, далеко еще? Осталось несколько метров, сэр. А рядом есть гражданские? Эвакуация началась сегодня утром. Хорошо. На этот раз никто не должен пострадать. Не будет устранена. Платформы Ховер Скаут. А им вообще все решило у меня украсть. Агенту щита рядом с вами нужна помощь. Yeah.
Благодарю за помощь, мстители! В лаборатории обнаружен противник. Будьте осторожны. Ты не знаешь, противник это или нет, пока он в тебя не выстрелит. Уровень опасности повышен до красного. Пожалуйста, немедленно пройдите к ближайшему выходу. Не берите личные вещи. Уровень опасности... Сэр? Да, дело плохо. Рядом расположен ящик с оборудованием. Рядом должен быть ящик с оборудованием. Рядом с вами обнаружен особый противник. Победа над ним может принести вам ценные трофеи. Обнаружен нет.
Рядом с вами должен быть ящик с особыми материалами. А рядом есть гражданские? Эвакуация началась сегодня утром. Хорошо. На этот раз никто не должен пострадать.
Помнится, Тарлтон был повернут на чистой энергии, но готов подпустить. Мне не очень. А рядом есть гражданские? Эвакуация началась сегодня утром. Хорошо. Помнится, Тарлтон был повернут на чистой энергии, но готов поспорить, что Моника тут тоже замешана. Она занималась перераспределением активов Stark Industries своим. Ха, я выиграл.
В лаборатории обнаружен противник. Будьте осторожны. Ты не знаешь, противник это или нет, пока он в тебя не выстрелит. Вам нужно попасть в зону распределителя подключения. Так я смогу нас впустить. Не давайте подойти бойцам АИМ, иначе они нас отключат. Получается. Держитесь рядом с распределителем и не подпускайте бойцов АИМ. Первый Брандмауэр взломан. Почти получилось.
наконец-то. Сэр, мне удалось проникнуть в систему безопасности АИ. Я получил более подробные данные, которые свидетельствуют о том, что тепловой след оставил большой источник концентрированной энергии в центре здания. Значит, это не нейтрирующие ядра? Сложно сказать. Однако наше вторжение не прошло незамеченным, а им запустило процесс самоликвидации. Судя по размеру теплового следа... Дай угадаю, снесет пару кварталов. Верно, сэр. Я не дам им уничтожить еще один город. И в мою смену. Ладно, давай узнаем, от чего столько шума. Будьте уверены, он хорошо охраняется. С распростертыми объятиями не встретит. Понял.
Сэр, время не ждет. Ты только посмотри. И в этом я виноват? У вас нет времени. Хорошо. Ладно. Пора. Это недалеко отсюда. На месте я смогу получить дополнительную информацию. А им пойдет на все, чтобы спрятать то, что находится за этими дверями. О, нет. Это плохо. Это очень плохо. Это мой дуговой реактор, только увеличенный в несколько раз. Он может уничтожить целые города. Какие там кварталы? О чем Аим думает? О, привет, красавчик. Сэр, реакторы становятся нестабильны. Вы должны их отключить. Чтобы их отключить, нужно уничтожить эти усилители. Несколько ядер, сэр. Хоть бы раз сказал мне, вы молодец. Отличная работа, сэр. Видишь? Проще простого.
Закончим, мы свалим отсюда подальше. Поздравляю, сэр. Вы успешно уничтожили дуговой реактор. Да уж, никогда не думал, что услышу от тебя такое. Хватаем все, что можно унести, и валим. Вы в порядке? Да, да, но я тружусь на благо людей, говорил я себе. И что получилось? Эриген, День Мстителей и это. Не я решаю, что люди делают с моей техникой, но и делать вид, что я ни при чем, я не могу. Я горжусь вами, сэр. Ага. Я собой тоже. Кстати, о тревогах. Брюс, Камала, как ваши успехи? Мы в процессе. Тони, мы потратили несколько часов на поиски. Осталось всего одно место, куда я никак не хотел заходить. Мы уже рядом. Здесь полно сотрудников АИМ. Придется звать здоровяка. Ладно, ребята, нам очень нужно найти второй тепловой след. Надеюсь, там будет гора инициирующих ядер. Скоро им обнаружат Химеру, а без нашего штаба шансов у нас не останется. Так что не подведите меня и удачи, что ли. Это большая ответственность. Вы справитесь. Ладно. Я не могу подвести мистера Старка. Джарвис, что мне делать? Второй тепловой след обладает несколькими источниками, расположенными вокруг Большого Центра. Полагаю, это, вероятно, и есть массивное сосредоточение инициирующих ядер. Вероятно, все они хранятся в одном месте. Возможно, в каком-то здании. Поняла. Бешеный пес 2. Ты кого-нибудь видишь? У меня все чисто! Эй! Я уже видела такой знак? Внимание! Отряды Альфа, Браво и Чарли!
Дамисхан. Мне кажется, или Халк правда не такой уж и ярко-зеленый. Полагаю, доктор Беннер переживает утрату нашего дорогого капитана, мисс Хан. Судя по записям в дневнике доктора, он вернулся на Химеру, чтобы расследовать произошедшее в День Мстителей. Однако последующая череда неудач привела его в ярость. Ну, конечно. Брюс винит себя. То же самое можно сказать и об остальных, мисс Хан. Ищите рядом ящик с особыми материалами. Еще чувствует, как земля дрожит. Это то, что я думаю. Вы приближаетесь к оборудованию АИМ. Надеюсь, к тому, к какому надо. Значит, надо спешить. Я отправил вам координаты другого ядра. Обнаружены цели. Это же Халк! Требуется подкрепление! Не нравятся мне эти ребята. Не похожи на обычные железяки АИМ. Мисс Хан, полагаю, это участники так называемого отряда «Стражей». Обойдите. Радикальные группировки, борющиеся против супергероев. Класс! Походу, теперь они работают на АИМ. Thank you.
Мы уже осмотрели всю эту пустыню, но этого мало. Я что, одна? Что? Где остальные нелюди? Почему они не дают отпор? Я не... Я видела символы сопротивления, знаю слухи о восстании, но никого нет! Я не чувствую болезни. Я полна сил, как никогда. Но вдруг я больна. Я хорошо понимаю тебя. Эти силы теперь стали частью нас. Знаю только одно. Гораздо разумнее их просто принять. Ну или вроде того. Мой папа тоже так. Значит, он умен. Еще как. Пора вернуться на Химеру. Так. Всем не с места! Да ладно. Старик и ребенок. Старик? Ладно. Доктор Пим вас примет. Док... Хэнк Пим? С ума сойти. Хэнк? Брюс. Что ты тут делаешь? У меня тот же вопрос. Как я рад тебя видеть. Да, и я рад. А, Камала, это доктор Хэнк Пим. Муравей? А, все это было в прошлом. Идемте.